Продакшн от сибирских райтеров с разных городов. Приехали наши друзья из Кемерово и волшебные чуваки из Красноярска. Приехали ребята бибои. Приехали диджеи из Германии. Вот мы создали такую некую атмосферу. Ты заходишь в этот зальчик и ты понимаешь, что там есть какая-то хип-хоп атмосфера. И сам момент тусы, когда уже все было нарисовано, пришли люди посмотреть. Ну это было вообще огонь и пламя. Потому что диджики играли, чуваки гасили, все друг с другом общались. И все как-то вот было правильно. Оформлены стенки, висят холсты, все смотрят, все улыбаются. И вот этот вот какой-то вот водоворот сумасшедший, который проходил несколько часов. Ну я не знаю вообще, что есть подобное. Я был Ди, гость из Германии. Поднимите вашу руку, В чем отличие Пигмент Джема от обычных фестивалей? Что когда есть какой-то фестиваль, у тебя есть определенное время, и ты работаешь на результат. Тебе нужно показать максимум. Процесс работы для тебя не столь важен, нужно сделать это. То Пигмент Джем отличается тем, что по сути результат это второстепенно. А процесс, вот это то, для чего это все происходит. Для меня Пигмент в первую очередь возможность общения с потрясающими, интересными людьми из разных городов, которым интересно то же самое, но у которых другие взгляды на какие-то, на творчество, на то, как это надо делать. Ну это вообще интересный процесс. Со стороны не так, наверное, видно. Все смотрят на результат работы. Все равно, я думаю, тяжело почувствовать такую тему, как коннект тот, который происходит между райтерами, когда они пытаются нарисовать что-то общее такое. Не всегда это тот результат, который прям мог бы каждый по максимуму вылить. Может быть, это ниже там уровня каких-то людей, которые участвуют. Но в целом это достойная работа, при этом впечатление запоминающееся. Именно он реально фристайлом идет. Ты не понимаешь, как бы, что будет дальше. То есть здесь нет конкретного твоего места, где ты рисуешь, и вот как бы моя хата с края, ничего не знаю. Это, наверное, его самое такое характерное отличие. Джованни рисует то, Марина там узоры, я это, механ то, и все, и это как-то склеивается в одну штуку. И, наверное, джем это такое проба боем. Ну и да, это вскрытие такое своеобразное. Вот, да, ты вскрываешься, и каждый вскрывается. Вот в этом пигменте угарно получилось так, что мы рисовали холсты, замутили каждому участнику, помимо совместной работы, у каждого была сольная. Это был вообще ништяк. Инициатором первого пигмента был я. Дальнейшая его судьба возлегла на руки в основном чуваков из команды «Так надо», за что им большое спасибо. Они дали развитие этому проекту. Также нам помогали ребята из Кемерово, Никита Парис, Вадик Меза, скаут из Томска.
свободная организация. Кто хочет, тот и мутит. Каждый раз разный человек. В этом и суть. Интерес. В разных городах уже проходил. Новосибирск, Кемерово. Пока только Сибирь. Приезжаем, прокачиваемся сами, прокачиваем других. Но этот пигмент, он был волшебный в плане того, что это было соединение. Атмосфера хип-хопа просто захлестнула нас. Это было круто. True hip-hop. True hip-hop. Пигмент — это мероприятие для любителей настоящего хип-хопа во всех его проявлениях.